Анонс и точно дата выхода 4 серии нового сериала «Монастырь». 4 серия сериала выйдет на интернет-портале Кинопоиск HD 3 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как по вине тусовщицы Марии, жена олигарха оказалась в центре скандала. Боясь за свою жизнь, Мария скрывается и попадает в монастырь. Отец Варсонофий решает отправить Марию в женский монастырь. Послушник Юра хочет выяснить, кто его мать и что с ней случилось. Напомним, 4 серия сериала выйдет на Кинопоиск HD 3 декабря. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.